Дубль Агуэра принес Манчестер Сити Суперкубок Англии. Горожане уверенной победой открыли новый сезон. На стадионе Уэмбли в Лондоне прошел матч за Суперкубок Англии между Челси и Манчестер Сити. Встреча завершилась со счетом 2-0 в пользу команды Гвардиолы. Первый тайм был полностью за горожанами, которые отметились уже на 13-краткой минуте. Юбилейный, 200-краткой гол в карьере забил Серхио Агуэра. Аргентинец получил мяч на линии штрафной и точно пробил в нижний угол ворот. На 58-краткой минуте Агуэра оформил дубль, отправив мяч в сетку ударом в касание. Напомним, что украинец Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити на эту игру. Суперкубок Англии. Челси, Манчестер Сити, 0-2. Голы. Серхио Агуэра, 13-58. Челси. Кабальера, Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Алонсо, Фабригас, Дринкуатер, 60. Жоржинья, Баркли, Педро, Мозис, 79, Хадсон-Одой, Виллиан, 60, Марата, Абрахам, 69, Манчестер Сити, Браво, Уокер, Стоунс, Гомес, 95, Ляпорт, Отаменди, 87, Менди, Силва, Фернандинья, Фоден, Диас, 75, Морес, Жезус, 68, Сани, Гюндоган, 46, Агуэра, Компани, 80. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgro.com.